Лучший участковый страны живет в Ненецком округе. Участковый уполномоченный поселка Каратайка капитан полиции Стас Шистарев стал победителем всероссийского конкурса «Народный участковый». Сегодня, в день празднования Дня участковых уполномоченных полиции, награду победителю вручил министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев. Кроме победы в престижном конкурсе, Стасу Шистареву присвоили внеочередное звание майора полиции. А из рук официального представителя компании «АвтоВАЗ», спонсора конкурса, народный участковый получил ключи от главного приза автомобиля «Лада Гранта». Слава предоставляется народному участковому 2015 года, участковому уполномоченному полиции УМВД России по Ненецкому автономному округу, майору полиции Стасу Игоревичу Шистареву. Этот конкурс, он поднимает престиж нашей профессии до высокого уровня. Моя победа – это победа всех жителей Ненецкого автономного округа. Хочется стремиться к еще большим успехам в службе для более эффективного решения нашей главной задачи – охраны и защиты прав граждан. Лучшего участкового жители всей страны выбирали посредством интернет-голосования. В конкурсе участковых приняли участие 83 сотрудника МВД. Участвовали в электронном голосовании 88 тысяч человек. Были введены новые правила подсчета. Был введен так называемый индекс доверия, когда количество онлайн проголосовавших соответствовало количеству численности населения, проживающим в том или ином регионе. Все это нам позволило полностью исключить какие-либо манипуляции. По словам Владимира Колокольцева, сегодня в системе МВД служат 45 тысяч участковых уполномоченных полиции. И этот конкурс позволяет жителям страны увидеть за званием участковых конкретных живых людей, узнать об их службе, достижениях и успехах.